Нагус и Мартин Продакшнс представляет. Великие тайны и мифы 20 века. Истории, которые пора узнать миру. Тайна Аполлона 13. Мы с Кеннеди, Флорида. 11 апреля 70-го года. На стартовой площадке Аполлон 13, нацеленные на Луну. Отсчет начался. В центре управления космическими полетами, находящемся в Хьюстоне, напряженно следили за стартом Аполлона 13. Первый этап полета прошел как по маслу. Все системы космического корабля работали нормально, экипаж чувствовал себя хорошо, связь с центром не прерывалась ни на секунду. Командир корабля охарактеризовал начало полета как одно из самых спокойных. Неожиданно атмосфера расслабленности разбилась вдребезги. Аполлон завибрировал и перестал поддаваться управлению. Начался экзамен на выдержку и мастерство, вымотавший все нервы астронавтам и работникам ЦУПа. С тех пор, как Аполлон-11 доставил с Луны на Землю Армстронга и Олдрина, прошло уже достаточно времени, и мир, если можно так сказать, присытился космическими исследованиями. Полеты стали чем-то привычным. Даже выход в открытый космос казался теперь не более чем ленивым кувырканием, как назвал свой выход из корабля Эд Уайт, совершивший его в июне 65-го года. Однако каждый космический полет таит в себе массу неожиданностей и опасностей. В марте 66 года двухместный Gemini стартовал для стыковки с автоматическим спутником Эджина. Через 5 часов командир Gemini Армстронг начал маневрирование, чтобы причалить. Приблизившись к спутнику, Армстронг направил нос Gemini в специальный захват на Эджине. Состыковавшись, Эджина и Gemini неожиданно начали крутиться волчком. Астронавты уже почти теряли сознание, так как система вращалась со скоростью 60 оборотов в минуту. Армстронг отстыковал корабль, но Gemini стал вращаться еще быстрее. Один из его управляющих двигателей продолжал работать на полной тяге. Армстронгу потребовался час, чтобы обуздать корабль. Gemini вернулся и благополучно приводнился в Тихом океане. Тем не менее, корабль был на волоске от катастрофы. Прошло 4 года. Экипаж Аполлона 13 готовился к полету. Командиром был 42-летний Джим Лоуэлл, который уже облетел Луну на Аполлоне 8 и налетал в космосе 600 часов. С ним были 2 новичка. 36-летний Фред Хейс и 38-летний Джек Свайгер, дублер астронавта Кена Мартингли, которого отстранили от полета в связи с болезнью.
Мартингли из ЦУПа наблюдал за стартом Аполлона-13. Аполлон в определенный момент должен был отстыковаться от третьей ступени и состыковаться с лунным модулем «Аквариус». За пультом командного модуля «Одиссей» был Джек Свайгерт. Лоуэлл доложил, что состыковаться удалось с трудом. С трудом, но и отстыковка, и состыковка в конце концов были произведены. Корабль рванулся через космос к Луне. Каждое движение аппарата контролировалось руководителем полета Джимом Кранцем. «Хьюстон, у нас проблема». Это было мягко сказано. На борту Аполлона произошел взрыв. Мониторы ЦУПа показывали надвигающуюся катастрофу. В корабле падали давление и температура, а сам он заваливался то влево, то вправо, как шхуна во время шторма. Не попал ли в Аполлон метеорит? Через 13 минут Лоуэлл сообщил в ЦУП. «Я сейчас смотрю в иллюминатор. Такое впечатление, что служебный модуль что-то выбрасывает в космос. Пока никак не могу разобрать, что именно. Выглядит как облако». То, что увидел Лоуэлл, было действительно облаком, состоящим из обломков и газа. Из служебного модуля вместе с обломками вырывался драгоценный кислород. Облако быстро увеличивалось. Неужели Аполлон не доберется до Луны? Мысль, что корабль не достигнет Луны, тут же сменилась другой. Вдруг астронавты не вернутся домой. Из-за дефицита электроэнергии двигатель не мог быть запущен. Необходимо было решение, и немедленно. Дублирующая команда астронавтов начала работать с имитаторами, воспроизводящими поврежденный корабль, а на борту Аполлона все системы перевели в режим минимального электропотребления. Наконец родилась одна идея. Так как двигатель запущен быть не может и корабль на обратный курс не развернуть, его нужно направить на окололунную орбиту, чтобы использовать лунное притяжение для броска Аполлона обратно к Земле. Теоретически это было возможно, а практически... Все зависело от Аквариуса, лунного модуля, пристыкованного к командному и служебному модулям. Сможет ли двигатель Аквариуса вывести весь корабль на нужный курс? Тяжесть решения легла на плечи астронавта Хейза, принимавшего участие в проектировании Аквариуса. Ведь теперь в лунном модуле придется лететь трем астронавтам в течение 4 дней. Хотя рассчитан он был всего на 40-часовой полет 2 человек. Хейз дал добро. Другого выхода он не видел. В командном модуле был дефицит средств жизнеобеспечения. Под руководством ЦУПа астронавты перевели «Одиссей» в режим зимней спячки, а управление системами на компьютер лунного модуля. Лоуэлл, Хейз и Свайгерт втиснули посадочный лунный модуль, состыкованный с командным «Одиссеем». Цель полета экипажа Аполлона-13 была сугубо научной. Теперь его цель стала совсем другой – выжить. Могло быть и хуже. Если бы взрыв произошел, пока астронавты находились на Луне, или по их возвращению на «Одиссей», они бы уже не смогли вернуться на Землю. Впервые после взрыва я вздохнул свободнее, поскольку мы еще не успели израсходовать топливо, необходимое сейчас для возвращения домой, у нас появился шанс на спасение. Первым шагом было перевести управление на лунный модуль. Без знания ориентации корабля в космосе, неизвестно, когда и на какое время должен быть включен двигатель, чтобы сформировать точную траекторию для возвращения Аполлона на Землю. К тому времени ЦУП разделил маневры движения корабля на 2 фазы. Первое – недолгое включение двигателя,
должно было вывести Аполлон на траекторию общего направления к Земле, а второе — ввести его в узкий коридор для входа в атмосферу Земли. Через 5,5 часов после взрыва астронавты подготовили посадочный двигатель «Аквариуса» для включения на 31 секунду. Первая задача была выполнена. «Аполлон-13» лег на нужный курс. Но проблем оставалось еще немало. В Хьюстоне усилили контроль за бытовыми ресурсами, чтобы их хватило до возвращения на Землю. Еды и питья было достаточно, всех волновали другие ресурсы. Электрообеспечение «Аквариуса», вода для охлаждения его систем и кислород для поддержания жизни астронавтов. Похоже, сейчас все находится под контролем. Ситуация нормализовалась, и оснований для беспокойства пока нет. Молодцы, ребята, вы отлично проделали свою работу. Особенно ты, Джек. Необходимо было принять еще одно важное решение, прежде чем «Аполлон-13» скроется за Луной. Куда ему приземляться? Существующий курс вел корабль к приводнению в Индийском океане, где его трудно было бы искать. Включение двигателя ускорило бы возвращение Аполлона и приводнило в Тихом океане, где морским спасателям было легче до него добраться. Решили приводнить корабль в Тихом океане. «Аполлон-13» облетел вокруг Луны. Но на дорогу домой астронавты еще не выбрались. Приближался момент второго включения двигателя. Связь с Хьюстоном не прерывалась ни на минуту. Весь журналистский корпус в ЦУПе, затаив дыхание, следил за «Аполлоном-13». И вот настал критический момент. Джим, приготовьтесь, пора запускать двигатель. Сразу после запуска Лоуэлл снизил электропотребление на лунном модуле. Для этого ему пришлось выключить все системы, кроме системы жизнеобеспечения. Та часть «Аквариуса», которая была обращена к Солнцу, страшно нагрелась. Зато на теневой стороне царил мороз. Без скафандров, в которых здесь было бы не поместиться, астронавты страдали от холода и сырости. Их тефлоновые комбинезоны стали мокрыми и скользкими. Лоуэлл сравнил свой экипаж с лягушками в замерзшем пруду. Плюс ко всему падало давление. В командном модуле температура тоже медленно, но верно понижается. В нем еще хуже, чем в «Аквариусе». Чем мы ближе к Земле, тем холоднее там становится. Когда доберемся до входа в атмосферу Земли, температура упадет градусов до 3. Стены там жутко отсырели, иллюминаторы стали совсем мокрыми, а воздух влажным и каким-то нездоровым. Время от времени кто-нибудь из нас проникает туда за едой, и каждый раз такое впечатление, что ты забрался в холодильник. Оставалась еще одна опасность. Поврежденный служебный модуль продолжал травить газ, и этого могло быть достаточно, чтобы сбить Аполлон с траектории, ведущей его к Земле. В Хьюстоне решили, что необходимо еще одно включение двигателя, чтобы произвести точную корректировку и попасть в узкий коридор входа в атмосферу Земли. Высоту включения знаем. Как тяга? Тяга хорошая. Зажигание. Включение. Держитесь, уже недолго.
Астронавты не подозревали, что находятся в центре внимания всей планеты. Миллионы людей ловили каждую весточку об Аполлоне-13. Люди молились. Господи, помоги им вернуться домой живыми и невредимыми. Внимание, господа! Я прошу всех вас мысленно помолиться за астронавтов, находящихся сейчас на корабле «Аполлон-13». Вспоминает Джим Лоуэлл. Когда попадаешь в ситуацию, в которой мы оказались, остается одно – делать максимум возможного, ждать и надеяться. Ну, мы так и делали. 17 апреля астронавты готовились к вхождению в атмосферу. За 5 часов до предполагаемого момента приводнения Лоуэлл запустил управляющий двигатель «Аквариуса», чтобы приземлиться в нужное место. Через час Свайгерт освободил захваты, соединяющие лунный модуль со служебным. Не хватает целого куска. А именно, вся панель со стороны двигателя исчезла. Просто невероятно. Теперь это не важно. Вы и без нее доберетесь. Астронавты перешли обратно в Одиссей, чтобы перед входом в плотную атмосферу освободиться от «Аквариуса». Затем они отстыковались от него, и их спасательная лодка улетела прочь, как пробка от шампанского. «Прощай, Аквариус! Спасибо тебе!» Через час Одиссей влетел в атмосферу со скоростью 25 тысяч миль в час. Сила тяжести оторвала от стен водяные капли, и внутри модуля начался дождь. Во время входа в ионосферу прервала связь между командным модулем и ЦУПом на целых 3 минуты. Оставался последний вопрос. Сработают ли парашюты Одиссея? Да или нет? Напряжение нарастало. Весь мир ждал, как произойдет приводнение. Связь возобновилась. Мы показываем вас на главном экране. Вы прекрасно смотритесь. Вынырнув из облаков на высоте 2000 футов, Аполлон-13 покачивался на 3 парашютах. Докладывает Иво Джима. Аполлон-13 спускается менее чем в 4 милях к югу от нас. Удивительно, но это было самое точное приводнение из всех осуществленных по программе «Аполлон». Авианосец Иво-Джима находился совсем близко. Его вертолеты устремились к Одиссею, чтобы забрать астронавтов. Наконец-то дома. Когда все 3 астронавта вступили на палубу авианосца, корабельный оркестр грянул в их честь заздравный марш. Теперь в Хьюстоне могли наконец расслабиться и закурить традиционные сигары.
Президент Никсон тут же вышел на связь с Джимом Лоуэллом. «Капитан Лоуэлл, я помню, когда мы говорили с вами последний раз, вы извинились, что не смогли выполнить свою задачу. Так вот, я официально заявляю, что это был успешный полет». Затем президент добавил, что полет был не просто успешным, а героическим. Астронавты действительно были героями. Они мужественно справились с последствиями взрыва, угрожавшего не только их жизни, но и всей программе космических полетов. Сразу же было начато расследование. Взрыв произошел после того, как командир отдал приказ Свайгерту отключить клапан, который смешивал находящиеся в отдельных резервуарах переохлажденный водород и кислород, обеспечивающие корабль воздухом для дыхания, питьевой водой и электричеством. При этом соприкоснулись два электропровода. Они дали искру, и от нее воспламенилась теплоизоляция резервуаров. Это и привело к взрыву, который вырвал часть служебного модуля. Смертельная угроза, нависшая над астронавтами, была преодолена отвагой экипажа «Аполлон-13» и самообладанием людей в ЦУПе. Композитор Де Вольф, монтаж Криспин Джулиан, автор сценария Робин Кросс, продюсеры Филипп Наугус и Джонатан Мартин. Фильм озвучен фирмой СВ Кадр на том студии Мосфильм по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1997 году.